В начале декабря жители улицы Ленинская обратились к главе города во время личного приема с просьбой произвести силами городских служб вырубку поросли у заброшенных домов. Поросли у нас как вот поворот на Ленинскую, здесь заросли были ужасные, и аварии за аварием были. Но сейчас все вырубили. Данный вопрос удалось решить в кратчайшие сроки. И уже спустя неделю, воспользовавшись работой прямой телефонной линии, Нина Крючкова задала новый вопрос. На этот раз Нину Васильевну заботило освещение на Ленинской. Свет не горит у нескольких домов. Плафоны были, только замен лампочек. Все это исполнено. В ходе встречи жители Ленинской поблагодарили главу города за оперативность в решении их проблем и обозначили новую тему. Состояние дорожного покрытия на улице оставляет желать лучшего. Несмотря на важность решения данного вопроса, из-за недостаточного финансирования он на сегодняшний день остается открытым. Финансирование дорог, оно осуществляется за счет областного федерального бюджета. Это я прекрасно понимаю. Поэтому все зависит от их решения, от тех денежных средств, которые имеются в бюджете. Вопросы состояния дорог и уличного освещения волнуют и Ивана Воронина, проживающего по переулку Флотский. Владислав Денисов посетил 88-летнего ветерана Великой Отечественной войны, чтобы из первых уст узнать о волнующих его проблемах. Ранее Иван Воронин обращался к руководству города с просьбой наладить свет вблизи дома. Этот вопрос был решен, но все же небольшие нарекания со стороны ветерана остались. Тут горит, там горит, у нас не горит. Потом загорается. Очень поздно. Пораньше нужно. Пораньше? Хорошо, Иван Петрович. Отрегулировать это реле, чтобы оно пораньше включалось. Хорошо мы сделаем. То есть, чтобы свет включался пораньше. Да, да. Но свет работает, просто чуть позже. Работает. Спасибо. Спасибо. Сделали. Все. Владислав Денисов расспросил Ивана Воронина о его жизни, семье, рассказал о положении дел в городе. Ветеран искренне обрадовался визиту градоначальника, так как большую часть времени ему из-за проблем со здоровьем приходится проводить в одиночестве, в четырех стенах. Его ближайшие родственники живут далеко и редко навещают. Глава отметил важность и необходимость чтить и помнить подвиги участников Великой Отечественной войны. В завершении встречи Владислав Денисов получил от Ивана Воронина приглашение на свой 90-летний юбилей. Ирина Пивоварова, Варвара Павлова, Александр Трегубов. Наш город.